Опиши себя тремя словами. Человек, артист, нерпа. Фигурист, студент, позитивный парень. Умный, целеустремленный, дружелюбный. Веселый, дружелюбный, харизматичный. Веселый, добрый, работоспособный. Амбициозный, уверенный и веселый. Добрый, веселый, скромный. Волосатый. Волосатый. Добрый, разговорчивый, веселый. Трудолюбивый, возможно, интересный, ну, пусть будет красивый. Добрый, спокойный и веселый. Серьезный, спортивный и маленький, наверное. Скромный, наверное. Веселый, жизнерадостный. Твой фирменный элемент в этом сезоне? Четверной лут. Четверной акс. Тулуп, четверной, наверное. Я думаю, в каждом сезоне четверной сальх. Сейчас сглажу, но тулуп пусть будет четверной. На гамах. Вращение в этой, как ее зовут-то? Либели. Не-не-не. В чем? Фиге. Вращение в затяжке. В джакузи. Вращение в затяжке. Да. Что в твоей работе тебе нравится меньше всего? Растяжка. Делать вращение. Рутина. Усталость после тренировок. Когда что-то не получается. Излишняя монотонность периодически. Катать программу целиком. Как считаешь, что болельщики больше всего любят в фигурном катании? Прыжки, какие-то интересные, веселые программы. Я думаю, соперничество между фигуристами и крутые прокаты с многочисленными четверными. Образ спортсмена, как он показывает свою программу. Интригу. Эмоции, прыжки. Риск, драйв. Что тебе интересно, кроме фигурного катания? Медицина и футбол. Хоккей. А ты играешь сам? Ну, иногда. Увлекаюсь чуть-чуть компьютерными играми. Counter-Strike. Пинг-понг, интересно. Я увлекаюсь футболом. Плавание люблю, теннис настольный тоже очень. За какую команду болеешь? Манчестер Юнайтед. Автоспорт. Гонки различные. Вообще драйв. Это круто. Скейтбординг. На самом деле много всего. Литература, искусство, учеба. Мне сложно что-то одно выделить. Чего ждешь от сезона, кроме чистых прокатов? Побед. Результаты лучше, чем в прошлом. Хотелось бы на чемпионат России попасть. Выучить новые элементы. Хочется на тренировках делать больше хороших попыток сальхова четверного и вставлять его в программу. Получить удовольствие от соревнований, порадовать публику программами, вот это, наверное, в первую очередь. Самый известный человек, которого ты встретил в последнее время? Максим Таньков, наверное. Спасибо. Евгений Семененко, Марк Кондратюк. Мишин даже встречал на прошлых соревнованиях. Федор Климов и Дмитрий Николаевич Савин. Алина Загитов. Гуменник. Новаи. Паша Техник. Реально встретил Пашу? Да. Красава. Последнее сообщение, которое ты получал, от кого и о чем? От мамы. Спросила, как я. Удачи. Пожелали на тренировке. Друзья. От своей девушки. Андрей Ежелов меня спрашивал, как до катка пройти. От Феди Зонова. По поводу команды, в которую я попал, вот этой Лиги Чемпионов. Я за свести все слова очень тезисно поздравляю. Я написал про то, что я попал в команду «Нерв». Приезжай быстрее на каток. Нужно, чтобы у тебя Максим Траньков взял интервью. Как бы ты описал свой стиль катания? Не знаю. Челентан. Челентан. Очень недоработанный еще. Самокритично. Как-то так. Лишь бы доехать. Резко, ярко, наотмашь. До конца. Мощный, напористый. Неповторимый. А если будут призовы, на что их потратишь? Буду копить, но пока на что потрачу, вообще не знаю. Я инвестирую их. На ботинки, чтобы ботинок было побольше. Я буду копить, наверное, на квартиру. На улучшение качества жизни. Очень хочется права на машину и автомобиль, соответственно. Сейчас коплю, оставляю для там поступления в университет. Ну, а так вообще на машину. Как проведешь выходной после гран-при? Я очень рано прилетаю в Москву. Я думаю, что вначале я приеду домой, немножечко посплю, а дальше пойду куда-нибудь гулять. Проведу его в семье, с собакой и с девушкой. Наверное, чашечку чая и сериальчик. Спать. Целый день буду спать. Буду биологию учить. Встречусь с ребятами, сходим в компы. Сыграю пару каточек в КС. Главная мечта в фигурном катании? Стараться катать чисто. На каждом старте. Наверное, сделать 5 четверных произвольно. Хотелось бы попасть на какой-то турнир, чемпионат мира, чемпионат Европы. Как
у любого спортсмена, чтобы не соврать, это выиграть Олимпийские игры. Если бы ты выступал в летних видах спорта, то что бы это было? Наверное, попробовал себя в футболе. Может быть, в волейбол. Мне кажется, это легкая атлетика, потому что однажды у нас были сборы в Новогорске, и мы бегали кросс, и к нам подошел тренер по легкой атлетике и пригласил меня в легкую атлетику. Уже есть мысли по поводу следующего показательного? Ну, у нас же будет еще русский вызов в этом году. Там уже есть конкретная идея, уже Алексей Николаевич озвучил. Алексей Николаевич, Сергей Николаевич дали добро. Ну и будем реализовывать. А еще помимо русского вызова, думаю, будет еще один, наверное, надо будет показательный сделать. От чего больше кайфа? От дорожки в короткой или от 5 четверных в произвольной? Ну, если они исполнены, то, наверное, все-таки от 5 четверных. Больше, может быть, не кайф, больше удовлетворение точно от 5 четверных. Кайф, наверное, зависит от того, как я хорошо или плохо проеду эту дорожку. Дело не в шагах, а именно насколько в этот раз я отдал все силы, которые у меня есть. Сколько баллов планируешь набрать здесь? Не знаю, как получится, так и получится. Ну, хотелось бы ближе к 3 сотням. Ты выступал в шоу на роликах, как ощущения? Круто, это что-то новое, интересно. Кого из парней взял бы в футбольную команду? Ну, у нас есть футбольная команда, мы летом собираемся в межсезонье. Артем Фролов, Рома Савосин, Артем Ковалев, Леша Ирох. Область медицины, которая тебе ближе всего? Функциональная диагностика, либо травматология. Расскажи какую-нибудь историю из практики в больнице. Ну, про случай не помню, я записываю цитаты преподавателей интересные. Последнего, что помню, вот на факультетской терапии фраза преподавателя: «У нас с тобой возник когнитивный диссонанс». На сколько выставок ты сходил в этом году? Ну, больше 10 в разных городах. Не знаю, точно помню, в Саранске мы были на шоу, ходили вместе с Матвеем Ветлугиным в музей. В основном, да, в Москве. Какая тебе понравилась или запомнилась больше всего? ГЭС-2. Выставка, которая там сейчас идет до сих пор. Недавно была смена экспозиции, так что если вы уже даже на ней были, можно прийти еще раз, там появились новые работы. Как тебе Магнитогорск? Достаточно хоккейная атмосфера? Максимально хоккейная атмосфера. Мне кажется, это один из самых хоккейных городов России. Кого из парней взял бы в хоккейную команду? Врач команды Семененко. Марк тогда может капитаном быть в нападении. Рыжий играет, Вовка Морозов. А, ну так это если... В медиалиге. Если так, конечно, там команду можно собрать и Морозов, и Евгений Плющенко, то там может быть очень сильная команда, между прочим.